Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Принц Персия Забытые Пески. Давай посмотрим, куда нас судьбинушка, судьба заведет. Ну давай, 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 поворачивайся. О, назад. Вот так. Ага. Блин, блински. Так. Вот так. Опа. Поехали, поехали. Ну что еще? Да я не понимаю, что ты говоришь. Куда он? Ему нужен медальон Малика. А почему не мой? В той стороне. Я должен найти Малика раньше. Не, почему не мой медальон? Чем я хуже? Так, понятненько все с вами. Так. Блин, блински. Чё, кто-то есть? Блин. На. Ё-моё, ну ладно, давайте. Расчистим местность. Так. Мне потом сюда опять, ага, падать. Ладно. Ну-ка, давай-ка с последнего чекпоинта. Так. Yeah.
Я отсюда пришел, но тем не менее это какой-то глюк. Ладно, пусть будет так. Так. Да не так, подожди, стой. Вот так. Должно быть, это и есть астролябия. Малик писал мне, она якобы предсказывает будущее по движению небесных светил. Обсерватория. А вот армию она проглядела. Да. Что-то важное произошло. Надеюсь. Прекрасно. Теперь у Малика есть еще один повод казнить меня. Я просто скажу ему, что я ни при чем. Нет, я ничего не трогал. Это все песчаные войны. Вот так, подожди. Так, минутку. Давай наверх. По крышам, по крышам. Астролябия, ни хрена себе. Ну ни хрена себе ты поднялась-то. Ладно. Ну-ка, блин, вот там вот что-то с той стороны он. И куда я здесь прыгать буду? Если бы было бы все так легко и просто. Так, да бегу, ну прыгну я на нее, дальше что? Сейчас посмотрим.
Так. Нет, нет, нет. Так, вот в этом плане у меня может появиться шанс. Раз. Назад. Не понял. Так, прыгну-то я на нее прыгну. Дальше-то куда? Я как понимаю, мне туда надо. Повыше. Так, ладно, давайте посмотрим, что мне тут преподносит судьба. Вот так, подождите. А где вторая-то? Так, подожди. Вот сюда. И еще разок. Вот так. Поехали. Не туда прыгнул, да? Вот так. Давай, 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 давай. Вот так. На! Запрыгнул. Опять два рычага, нахрен. Крути и верти. Кручу, верчу, я тебя хочу. Так.
Собрал. Похоже, вода двигает механизм. Так. Что у меня есть? Вроде собрал одну синюю. Время собрал. Это тронный зал. Мали где-то здесь. Мали где-то здесь. Так и я где-то тут. Давай. А, вот. Вспоминаю, да. Вот вроде столько раз вниз уходил, и что-то вниз так и не попал. Подожди, там еще один синий шарик мне надо собрать. Да нет, синий. Господи. Это же опасно, такие входы на улицу вот отпускать. Вот так. Прошли. Злодеи, готовьтесь. Сам я иду на вас. Блин, опять. Тихо. Тихо, давай, 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 вставай.
Вставай! Вау-вау-вау-вау, куда ты меня за пределы, да, выкинула? Давай, куда там тебя? Да подожди ты. Да твою мать! С последней контрольной точки давай. Да подожди ты. Еще разок. Давай. На. На. Давай. Давай, 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 сюда ушел. Еще раз, давай. На. Давай. На. На. Победил. Неплохо. А самое главное, своевременно. Опа. Вперед, через терник к звездам. Так. Переходим.
Вот так. Эта тварь где-то рядом. Нужно найти. На. А, блин. На спидраме я видел, как проходили эту игру за полтора часа, что ли. Ну это пипец тоже, знаете. Я этим не страдаю, поэтому никакого спидрама. Гаси его. И еще разок. Пойдем, пойдем по верху. Кто-то брата уничтожает просто. Хотя и брат-то не промах. Рубит его, как что есть. Подожди. Давай. Что-то я сценку пропустил. Ладно. Иди-ка ты нахрен. Сценку пропустил тогда. Давай. Давай. Так. Вот сюда. Сбежал, падла.
Блин, опять пропустил. Еще разок. Давай. Убил его. Блин, зря анимацию, блин, вот так пропустил. Случайно нажатием пальца. Ай-яй-яй-яй-яй, может он что-то говорить хотел. Сейчас уже не узнаю. Так. Блин, блински. Давай. Фух, вырвался к тебе. Печати больше нет. И с Маликом что-то случилось. Он убил Ифрита и... Твой брат не убил Раташа. Это Раташ убил твоего брата. Что? Нет, все было не так. Ты этого не видел. Но именно это и произошло. Джина не убить простым мечом. Потому я и сказала тебе, не бейся с Раташем. Его сила просто нашла себе новое тело твоего брата. Раташ скоро подчинит его себе. Нет, не может быть. Но это так. Ты не знаешь Малика. Он сильнее, чем ты думаешь. Он будет бороться и победит. И все же это правда. Да сдаст он себя нахрен, с потрохами. Что? Почему? Если ты хочешь сказать, что это кара? Разумеется, нет. Подумай сам. Печать твоего брата уничтожена. Как остановить армию? Я сделаю другую. Скажи мне, как? Этих заклинаний никто не знает. Чародеи, создавшие печать, давно мертвы. Есть лишь один способ положить этому конец. Отправляйся в Рекем, город джинов. Найди там меч. Этим мечом убей Раташа. И тогда бесчанная армия лишится силы. Убить Раташа? То есть Малика? Я не могу. Ты любишь эту землю, подданных Малика, свой народ, свою жизнь. Всему этому придет конец. Я не бессердечна. Я понимаю, это трудно. Но это нужно сделать. Должен быть другой путь. Ты должен править вместо брата. Спасти тех, кого еще можно спасти. Это долг правителя. Память, да, даешь мне? Вход в Рекем рядом с гробницей царя Соломона. Пламя укажет тебе место, где находится лестница в город. Давай. Блин, анимации пропустил, мне так вот сожалею об этом, конечно. Ой-ой-ой. А, я уже собрал, поэтому такие дани. Ах вы, паскудные твари, не могли мне вдобавок что-то еще дать.
Ладно. Дождусь. Я спасу Малика. Куда? Она не говорила. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага. Не смогу. Хорошо. Давай тогда так. На, ни хрена себе. Вот это у меня прыжок стал. Вот прекрасно. Ксюша. Давай, давай. А, вот перекот у меня здесь. Ну, вот, вот мой кот, динозаврик мой. Иди, беги. Давайте. Какой? Давайте, мне нужны жизни пополнить. На. Подожди. Ой-ой-ой-ой. У меня такое чувство, что я не туда прибыл. Спокойно. Вот так. Охренеть. Все надо восполнять. Все восполнять надо. В срочном порядке. Да, далековато бежать. Согласен. И замок почти разрушил. Терраса. Охренеть. Вот так. Да. Да. Вот так сойдет. Тихо. Тихо. Могли бы и побольше мне дать здесь. Да блин, ни хрена себе. Вот так. Ой, мама, ой. Хоп. Тихо.
Так. Не туда. На. Тихо. На. О, восстановил почти что. Осталось-то. Вот так вот. Теперь здесь. Вот так. Вот так. Да, надо к этому привыкать. Как интересно. А если бы не моя способность, как бы я туда перебирался? Так. Сюда пойдем. Господи, и выше, и выше, и выше. И выше, блин. Пипец. Я в шоке. Ладно, давайте заберемся на эту башню. Так. Опа. Твою ж мать, не успел, ладно. Назад. Твою ж мать, ладно. Ну ты чё не бежал-то, тварь-то такая? Что-то я не пойму, почему ты не бежишь туда? Из чего бы ты туда прыгнул-то, если тебе просто прыжок туда назначен? Так, ладно. Видимо, что-то то ли глючит, то ли что. Вот так.
Так, минутку. Полезли. Так, ну все правильно делаю. Так. Так, вот. Где-то что-то подзаедает, видимо. Да, стой. Так. Нормально, пока идем. Давай. На. Вот так вот. И вот здесь вот тоже разобьем кушин. Опа. Сойдет. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!